Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников аховы здоровья сегодня уручила сертификаты на поляпшение материально-техничной базы установ, где находятся маленькие пациенты и выхованцы. У приватности грошовые сродки выдаткованы областной детячей больнице, областной детячей больнице медицинской реабилитации и областному дому детяти. Гомельская областная детячая клиничная больница отрымливает сертификат на 2000 белорусских рублей. Гэтыя сродкі будуць накіраваны для набыцця спецыялізаванай мэблі для нядаўна адкрытага стаматалагічнага кабінета. Гэта новы від медыцынскай дапамогі, які будзе аказвацца непаўналетнім з псіхічнымі і неўралагічнымі захворваннямі. Раней такая паслуга была даступная толькі ў адной з мінскіх бальніц. У якасці яшчэ аднаго падарунку, на гэты раз ўжо для ўсіх пацыентаў педыятрычнага аддзялення, гульнявая пастаноўка «Чароўная краіна дзяцінства». Яна падрыхтаваная прафсаюзам навучэнцаў Гомельскага медыцынскага каледжа. Сённяшнія падарункі сталі часткай абласной акцыі «Прафсаюзы дзецям», якая праводзіцца на працягу ўсяго года. Эта программа долгосрочная, не то, что она приобщена к Международному дню защиты детей. Хотя, конечно, это немаловажный повод, и мы посещаем эту больницу сегодня, в принципе, для того, чтобы, скажем, сделать такой вот радостный шаг навстречу детям, которые находятся в таком затруднительном положении в настоящее время. Но эта программа на протяжении всего года, и мы работаем по ней, определяем с руководителем тех или иных учреждений, где находятся дети, потребность в материально-техническом обеспечении. И что обсуждаем потом, закупаем и предоставляем.